Всем привет, мы в автосалоне Lexus Кашевский. И какая у нас ситуация на конец апреля? Полно бэушек, очень много БУ автомобилей. И какая ситуация? Из новых в данный момент есть ES250 и RX300. Это все, что есть из новых автомобилей в данном салоне на данный момент. Но есть бэушки, бэушек много. Вот. Что касаемо новых автомобилей, пока поставок нету. Вот. И неизвестно, когда будут. Но это вроде не связано именно с санкциями. Это, по-моему, везде так. Сейчас нет поставок. Вот. Так что вот такая ситуация. Но есть БУ в хорошем состоянии, в принципе, машины. Поэтому ролик у нас сегодня такой коротенький. Так как цен нету, машин нету. Вот. Есть только то, что есть на данный момент. Вот поэтому, если хотите более подробно что-то узнать, соответственно, вам нужно будет звонить менеджерам. Телефончики все будут внизу в описании под видео. И вы сможете уже, соответственно, более подробно узнать, какой автомобиль остался и какие цены. Вот. Конец апреля. Lexus Кашевский.